Ну чё, ребятки, всем хай, вы на канале Экзи, и в данном видосике мы будем продолжать проходить модификацию, которая называется Newer Falling Leaf. Как видите, здесь у нас поменялась даже вот эта вот начальная заставочка, музыка играет та же, но заставка у нас уже поменялась, и здесь у нас, как видите, зимняя локация. По одной простой причине, так, это что такое? Это у нас, получается, включился вот этот вот геймплей, который нам не нужен, но в любом случае это очень круто, потому что сегодня нас ждет уже зимняя локация, и посмотрим, что будет идти дальше. Так что вот, выбираем, идем играть, и сейчас будем смотреть, что же все-таки нас ждет дальше. И как вы видите, зимняя локация, даже как вы можете слышать, музыка тоже поменялась. Музыка, знаете, такая вот спокойная, играет очень спокойная музыка, даже я бы сказал, расслабляющая. Но что будет меня ждать на уровнях, это уже другой вопрос, потому что музыка здесь порой бывает обманчивой. Так что лучше вообще не расслабляться, потому что меня ожидает, скажу вам честно, я без понятия. Но мне всегда нравилась зимняя локация в серии игр Марио. Это, знаете, офигенная локация, потому что она действительно, ну вот музыка в этой локации, она очень расслабляющая. Ты играешь, еще такая, знаете, вот атмосфера, вот нужно играть это зимой. Вот на зимней локации нужно играть именно в зимой, потому что в зиму играть это шикарно. Короче, давайте смотреть, потому что просто уже не терпится посмотреть, какой будет уровень, так что просто берем и погнали. Погнали смотреть. Надеюсь, что будет что-то красивенькое. И здесь какая-то вот такая вот превьюшечка у нас. Окей. Мы сразу же зареспавнились где-то непонятно где. Стоп, что? Здесь у нас будет такой уровень даже, то есть вот, допустим, мы прыгаем, и мы оказываемся вот здесь вот. Блин, прикольная механика, конечно. Я вот только не знаю, стоит ли брать данный цветочек, потому что у меня вот этот вот грибочек есть, и я, честно говоря, сомневаюсь, стоит ли мне брать данный грибочек, точнее, не грибочек, а цветочек. Давайте пока что я его брать не буду. Пока что мы пойдем дальше потихонечку и будем смотреть, что у нас присутствует здесь вот. А здесь у нас, кстати, очень интересная тема присутствует, потому что здесь у нас какие-то новые мобы, которые бросаются вот этими вот снежными вот этими вот шарами. Так, не знаю, зачем мне черепашка, вот, пускай она полетит себе туда вот. Здесь, видите, даже вот эти вот черепашки, они оформлены вот так вот по-своему. Вот это, кстати, это было очень печально только что. Вот это, кстати, было очень печально. Окей, 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 это плохо, это очень плохо, потому что я потерял кучу-кучу времени. Ну ладно, давайте не будем расстраиваться и пойдем потихонечку дальше. Здесь можно уже немножечко проспидранить и думаю, что будет нормально. Так, черепашка, пожалуйста, давай ты умрешь. Ты умрешь, а мы пойдем дальше, потому что нам нужно проходить уровень. Так, давайте пойдем вот сюда вот, осторожно. Здесь главное не упасть, прыгаем сюда вот. То есть здесь очень легко можно упасть по той причине, что здесь очень можно легко попутать ориентацию, скажем так. Ну, точнее, можно просто попутаться. Допустим, вот мы идем вот сюда вот, и опять-таки здесь нужно быть очень аккуратным. Вот, этого мы убиваем. Идем, получается, сюда вот. Кстати, интересно, где здесь монетки присутствуют, потому что я еще до сих пор не поймал ни одну монетку. Я вообще без понятия, где они могут быть. Это, конечно, хороший вопрос. То есть здесь нету, как бы, вроде как нигде даже нету. Не знаю, честно. Возможно, смотрите, у меня есть вариант, куда можно прыгнуть. У меня есть вариант, окей. У меня есть такая вот идея. Мы сейчас просто берем, разбегаемся и прыгаем вот сюда вот. Окей, это было гениально. Как всегда, это было и гениально. Потому что было видно, что, видите, слева у нас находится вот такой вот... скажем так, как отступ какой-то, знаете, и туда можно было запрыгнуть. Но это было, короче, видно. Это было видно, тем более я уже на опыте, так как наигрался в различных сериях игр Марио, так что я уже знаю, где эти монетки могут быть спрятаны. Так, здесь у нас ничего не будет. Окей, в таком случае мы просто бежим дальше и будем разведывать территорию. Так, здесь у нас опять-таки цветочек, давайте его соберем и будем потихонечку продвигаться дальше. Здесь вот эти у нас... растения, кстати, очень давно я их не видел, так что их мы убиваем. И, кстати, здесь монеточка появилась, прикинь. Мы убили этих растений, и появилась монеточка. Вот это, кстати, поворот. Кстати, очень интересный вопрос, как здесь могут растения вообще быть, если... Стоп, что? Это что такое только что было? Это было облачко? Зачем здесь облачко? Хороший вопрос, короче. Не понимаю. Но мы будем стараться поймать все секретики. Абсолютно все, что только можно. А вот это, кстати, уже начинается опасно. Это мне не очень даже сильно и нравится, потому что... Это нужно как-то... Что здесь даже делать, я не понимаю. То есть это нужно каким-то чудом осторожно пройти. Очень осторожно причем. Очень осторожно. Окей, я могу сделать вот так вот. Нет, вот это, кстати, плохо. То есть, как видите, здесь очень и очень легко умереть. Вот смотрите, меня опять-таки ударили и... Ну это очень плохо, это очень печально, я бы даже сказал. Потому что здесь нужно... Окей, а как собрать вообще вот эту вот монеточку? Вот так вот, да, получается? Окей, все-таки пока что идет неплохо. Главное, никуда не торопиться и
Ну, и все будет хорошо. Потому что если здесь торопиться, то, как всегда, ты будешь максимально сильно лажать, и это в итоге тебе, ну, просто приведет к смерти. Все, уровень у нас закончен. Кстати, довольно-таки быстрый уровень. Но вот музыкальное сопровождение, которое играет на уровне, это, ну, это шедевр. Здесь другого ничего и не скажешь. Ну, это просто слушаешь, и, ну, просто рай для ушей. Здесь у нас открылся куда-то вход, куда-то дальше. Посмотрим, что идет дальше. Это хороший вопрос. Ну что, погнали смотреть, что у нас будет идти дальше. Поехали. И так, мы куда-то полезли, куда-то лезем, и здесь у нас находится замок. Что это такое? Давайте смотреть, давайте пойдем, посмотрим, мне уже интересно. Так, это у нас будет полноценный уровень, как я понимаю, да, то есть здесь нужно будет что-то включить, что-то отключить, я не знаю, просто пока что без понятия. Нужно поиграть и посмотреть. Хорошо, что нам дали 500 секунд, это довольно-таки много времени, так что это меня уже радует. Так, давайте соберем вот этот вот цветочек, потому что этот цветочек на данной локации будет намного полезнее, чем огненной цветочек, потому что здесь можно заморозить, допустим, взять и бросить. И вот это, кстати, очень даже иногда может быть полезно. Здесь, опять-таки, главное никуда не спешить, никуда не торопиться, и я думаю, что все будет довольно-таки неплохо. Только здесь хороший вопрос заключается в том, где находится... Кстати, вот это было только что очень опасно. Это было только что максимально опасно, потому что черепашка могла меня убить. Так, здесь ничего нету, никаких секреток. Окей, я вас понял. Так, давайте ее бросим туда вот. И потихонечку будем с вами продвигаться дальше. Смотреть, что у нас будет идти. Вот это, кстати, было только что опасно. Как всегда, вот рискую я, очень сильно рискую. Так что лучше так не рисковать и как-то... Знаете, пытаться более безопасно пройти уровень. Потому что здесь лава, а это означает то, что одно малейшее прикосновение, и мне будет просто конец. Все, я просто умру. Кстати, я только что заметил, что здесь нету монеток, прикинь. То есть здесь их не будет, что? Это получается, да, что их не будет пропросто. Потому что, видите, слева там, где пишет, сколько я монеток собрал и сколько у меня жизней, ниже должно писаться еще три монетки, три больших монетки, что я должен собрать, но их почему-то нету. Это, скорее всего, означает то, что здесь вообще на этом уровне не будет монет. Если это так, то, с одной стороны, это даже круто. Так что давайте просто наслаждаться уровнем и смотреть, что будет осторожно, что будет идти дальше. Так, вот эти вот блоки двигаются, это, конечно, круто, но, как видите, опасно. Очень опасно они двигаются, так что здесь главное не налажать, и, как видите, я налажал. Окей, я вас понял, попыточка номер два. Но здесь, опять-таки, главное не спешить, не торопиться, и все будет хорошо, понимаете? Здесь просто заключается в том, что если торопиться, то ты просто умрешь очень быстро. Блин, какой же все-таки левел дизайн, вот умеют делать, вот согласитесь, но вот умеют разработчики, даже не то чтобы разработчики, а фанаты, вот умеют они делать годноту, потому что, ну, это действительно круто. Так, вот здесь, кстати, опасный момент, здесь можно было очень легко подохнуть, но хорошо, что мы не подохли. Так, давайте мы ее убьем, эту черепашечку, и пустим, давайте, куда ее пустить? Давайте пустим сюда, вот не знаю зачем. Так, и что у нас здесь присутствует? Здесь у нас лава, и здесь у нас отпрыгивают вот эти вот штуки, какие-то огненные шары, или как их можно еще назвать. Так, мне интересно, здесь не будет никакой секретки, не будет никакого секретного блока или что-то типа по этого, но вроде как нет. Окей, в таком случае идем в замок и погнали смотреть, что сейчас будет. Как я могу предположить, сейчас будет какой-то босс-файт или что-то, ну, что-то по типу этого, но сейчас посмотрим, это интересный вопрос. Так, здесь у нас ничего нету, я вас понял, в таком случае будем двигаться вот сюда вот. И кнопочка, секундочку, я не хочу на нее нажимать пока что, потому что я не знаю, что произойдет. Так, а вы уверены, что нужно нажать на кнопочку? Ну окей, давайте попробуем, не знаю, что произойдет. Так, мы нажали, и все блоки, короче, окей, я понял, что это такое, я уже с этим сталкивался когда-то. То есть все вот эти вот желтенькие блоки, они у нас убрались. Только что это означает, и зачем мы это вообще сделали, не знаю, очень хороший вопрос. Стоп, окей, допустим, но вот куда дальше идти? Это как бы, это что, это все, это конец, или что-то открылось? Наверное, все-таки что-то открылось, нужно пойти еще и пройтись по всей карте, потому что я пока что не понимаю, но скорее всего мы что-то открыли. Скорее всего так оно есть, просто нужно внимательнее посмотреть. Допустим, я, наверное, знаю, все, да-да-да, я понял, что у нас открылось, давайте мы пойдем на самое начало, вот сюда вот, и да, как видите, у нас открылось, стоп, а что у нас открылось? Вот, видите, у нас открылись вот эти вот блоки, то есть с самого начала этих блоков не было, они были просто
просто невидимые. А сейчас, когда мы нажали вот ту вот, получается, желтенькую кнопочку, то эти блоки у нас появились. Так что это все хорошо. Давайте вот пойдем сюда вот. И это у нас, как я понимаю, последний уровень. Да, это у нас 8-й уровень, последний уровень. Причем, заметьте, название уровня называется See you next time. То есть переводится как увидимся в следующее время или что-то в этом роде. Или увидимся в следующий раз. Ну да, скорее всего, увидимся в следующий раз. Ну что, погнали, последний уровень данной модификации, поехали смотреть, что здесь нас будет ждать. И здесь просто вот эта вот превьюшка, то есть New Year, и смотрим. Смотрим, что здесь у нас такое. Так, здесь ничего нету, здесь у нас что такое? Это у нас, здесь пишет кон... Что здесь пишет? Подождите, подождите. Здесь что-то пишет, я не могу понять, что здесь пишет. Вот видите, даже монетки вот, вот так вот поставили, то есть... Конджи... Я не понимаю, что здесь пишет. Секундочку, секундочку. Это... А, это поздравление. Это поздравление с тем, что мы прошли игру. Что? То есть это все? Это так быстро? Это такой быстрый конец? Блин, что-то как-то даже обидненько. Я думал, что последний уровень будет каким-то, знаете, каким-то крутым. Что здесь будет какой-то босс-файт или что-то по типу этого. Но нет, здесь просто поздравление и все. Вот, три монеточки здесь стоят. И это все? Это реально все? Ну-ка, допустим, нажмем сюда. И see you in New Year's Super Mario Bros. DC. Это, если что, другая уже игра, она более старая. Короче, жесть, что могу сказать, потому что я не ожидал, что это все. Это просто все. То есть буквально за три видео мы прошли данную модификацию, и причем видео были очень короткими, понимаете? Если бы я постарался, я мог бы просто выпустить видео в час и спокойно пройти данную модификацию за один видос. Да, конечно, очень грустно, потому что такая крутая была модификация, и я думал, что 8-й уровень, он тоже будет каким-то крутым, что будет какой-то левел дизайн, что-то по типу этого. Но, как видите, 8-й уровень, походу, не считывается. Ну, то есть, 8-й уровень, это уже конец, можно так сказать. Что полноценных уровней присутствует всего лишь 7. Окей, это, конечно, было круто, что могу сказать. Но давайте, в таком случае, закончим данный уровень. Что еще здесь можно сказать? Просто заканчиваем и... Вот как у нас получилось. Блин, грустненько, очень грустненько, потому что я уже как раз-таки, знаете, я вот начал привыкать к управлению, к этой вот механике, ко всему, и это все... Это все. И здесь у нас высветилась такая вот табличка, что пишет, типа, как, что вы сделали все в этой игре, вы супер игрок, спасибо за прохождение. Блин, очень круто, мне еще хочется какие-то модификации поиграть, потому что, ну, это такой шедевр, знаете, вот сам кайф заключается не в сюжете, нет, ни в коем случае не в сюжете. Сюжета здесь попросту нету. Весь кайф и все наслаждение заключается только в том, что это приятно, на это приятно смотреть, когда ты проходишь уровни, потому что левел дизайн, он здесь просто превосходный. Ко всему еще и играют прекрасные саундтреки. Ты просто играешь, и ты наслаждаешься игрой, ты наслаждаешься просто прохождением. Это очень круто. Мне вот это как раз-таки и больше всего нравится в серии игр Марио, потому что, ну, это круто. Саундтрек офигенный, плюс левел дизайн тоже очень крутой. Ну, очень круто, конечно же, сохраниться. Мы сохранились, и вот как бы все. Это конец получается. Это конец, даже поверить не могу, честно, я просто поверить не могу, что буквально за 3 видео, за 3 коротких видоса мы прошли полностью модификацию. Давайте я сейчас даже кое-что проверю. Допустим, мы идем вот сюда вот, давайте нажимаем Save, то есть сохраниться, и сейчас я выйду в главное меню. Я хочу просто убедиться, что мы прошли на 100%, то есть вот мы выбираем Title Screen, то есть сейчас нас перекинет в главное меню игры. Так, давайте перекидайте меня в главное меню, и вот мы оказались здесь. Нажимаем старт, и я хочу сейчас это посмотреть. И, ну, кстати, здесь не пишет. Здесь не пишет, прошли ли мы игру. Здесь ничего не пишет. То есть здесь просто пишет Uncown Island. То есть, типа, как неизвестный остров. Ну-ка, давайте попробуем зайти. И где мы, получается, окажемся? Ну да. То есть мы полностью прошли игру. Здесь уже попросту нечего проходить. 8 уровней, как бы все готово. Блин, ну очень крутая модификация. Честно, очень крутая. Мне безумно понравилось. Это просто кайфово играть такие вот модификации. Ну это играешь, и ты наслаждаешься. Ты просто наслаждаешься. Это, ну это безумно круто, честно. Мне это очень сильно нравится. Скажу вам даже так. Если бы у меня было куча времени, я бы хоть бы каждый день записывал видео про то, как я прохожу различные модификации. Потому что, ну ты играешь, ты наслаждаешься. Ну это же, это такой кайф. Ну этого...
Ну, это нужно, понимаете, это нужно попробовать. Конечно же, если вам не нравится серия игр Марио, то, ну, само собой, и это вам нравиться не будет. Но если вам нравятся платформеры, или же, тем более, данный тип игр, то есть Марио, то в таком случае вы понимаете, насколько это кайфово играть и просто наслаждаться геймплеем. Очень круто, просто очень круто. Если оценивать данную модификацию от 1 до 10, то здесь, скорее всего, я бы поставил даже, не знаю, наверное, десяточку. Потому что здесь просто офигеннейший, во-первых, левел дизайн, во-вторых, здесь офигеннейшее музыкальное сопровождение, и в-третьих, это то, что здесь очень красивая даже вот эта вот карта, по которой мы ходим, то есть вот видите, мы ходим и можем выбрать какой-то уровень, то есть это все очень круто оформлено, и дизайн, ну это просто офигенное. Опять-таки, разработчикам, то есть данным фанатам этой модификации, которые сделали данную модификацию, огромнейший респект за такую вот красивую работу, потому что, ну это очень круто. Мне было очень приятно пройти данную модификацию. Ну что, на этом прекраснейшем моменте мы будем с вами заканчивать. Если данный видосик вам понравился, пожалуйста, поддержите данное видео лайком, мне будет безумно приятно. Ну и в принципе, ребятки, на этом все. Так что всем огромнейшее спасибо за просмотр, вы были на канале Экзи, до скорых встреч, всем удачки и всем пока-пока.